Сегодня посредь бела дня на перекрестке Викулова-Металлургов, что на Визе, приключился очередной неравный шестиколесый бой. Кто скажет, там что, два мотоцикла с колясками нашли друг друга? Не, все намного прозаичнее, никакой экзотики, а декорация такая. По Викулова со стороны Крауля в направлении Новомосковского тракта катилась красная Mazda 2. Прикиньте, в наших широтах более популярны Mazda 3, она же матрешка, или Mazda 6, а тут Mazda 2. 2010 года выпуска с 86-ми ханты-мансийскими номерами, пилотируемая дамой. На перекрестке с Металлургов автопилотка затеяла повернуть налево. В это самое время навстречу ей ехал 45-летний байкер на английском аппарате Triumph Tiger. По правилам 2D поворачивающая маздоводка должна была пропустить всех прямоходящих, но она почему-то не пропустила триумфатора. Наверное, как многие автопилоты в подобной ситуации, она просто не заметила мотоцикл. Байк, как видно по следам разрушения правого борта и пушки, вошел ровно в среднюю стойку, и байкер вынес заднее правое стекло Мазды. Глубоко теоретически мотоциклист мог залететь внутрь подорожника головой вперед, но нет. Сообщается, что при падении на асфальт он травмировал плечо. Но раз было падение на асфальт, значит, в Мазду он точно не залетал. На карете скорой байкера... Хотя для человека, катающегося по улицам на английском мотоцикле, наверное, более уместно название не байкер, а бейкер. Ну там Шерлок Холмс и все такое. Короче, мотоциклиста увезли в 36-ю травматологию. Пилотка Мазды физически не пострадала. Но временами у нее было такое лицо, что как будто бы теперь она видела все.